В Чувашии растут показатели аварийности, количество дорожно-транспортных происшествий, число раненых и погибших. Об итогах 2012 года говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Особо выделились в ушедшем году Ялчикский, Порецкий и Мариинско-Посадский районы. Не отстает по показателям аварийности и столицы. По итогам года количество ДТП там увеличилось на 20%. Как показывает статистика, основным виновником совершения дорожно-транспортных происшествий являются водители. Из-за нарушения ими правил дорожного движения совершено 1776 происшествий, что составляет 86% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Положительным является то, что незначительно, но уменьшилось количество аварий, совершенных по вине пешеходов. Но, как отметил Иван Моторин, выявлен рост экзотичных ДТП. Наезд на препятствия, опрокидывание, то есть это или показывает неопытный водитель, или, я не знаю, отвлекается на телефоны, там, ну, что это? Последние все дорожно-транспортные происшествия мы ведем анализ, в основном связывает молодежь. Молодежь – это уже конец 80-х и начало 90-х годов в основном. Однако, как отмечают инспекторы, порой аварии совершаются из-за плохих дорог или несоответствующие требованиям дорожной разметки. В 2012 году из-за неудовлетворительных дорожных условий совершено 302 дорожно-транспортных происшествия. И несмотря на то, что по сравнению с 2011-м этот показатель улучшился, необходимо продолжить работу, отметил Владимир Романов. Повысить видимость пешеходных переходов путем установки дорожного знака «Пешеходный переход» на флуоресцентном фоне, нанесения дорожной разметки и применения цветных дорожных покрытий, светоотражающих дорожных, а также обустройство дополнительного освещения на пешеходными переходами.